Информационные стенды на входе, избирательные урны и кабины для голосования установлены. Бюллетени в опечатанном сейфе. На избирательных участках готовность номер один. Даже повесили объявление о концерте. В селе Чажи Каргопольского района жители будут голосовать в местном доме культуры. Для них организуют праздник. Еще одна тема визита сенатора Олега Пантелеева – уборка урожая. Почему-то очень сильно пугали, что урожая не будет. На самом деле сложность в том, что урожай есть хороший. Пока мало убрали. Мало брали почему? Лето холодное, период вегетации затянулся у растений, и зерно не подошло. Для сельхозпредприятий сегодня важно убрать урожай, тот, который вырос. Я думаю, что условия в этом году были благоприятные, но, конечно, были проблемы с погодой, те дожди, которые, наверное, излишне были. Но сегодня каждый день дорог для уборки урожая. Сейчас собирают по 20 центнеров с гектара. В помощь аграриям современная техника. Кондиционер, печка там, это очень удобно. Как видите, в футболочке сижу, руки чистые. Видим проблему в другом, чтобы снижение цены не произошло. А то сейчас пик уборки пойдет, и дилеры начнут понижать цены. Вот это есть опасения. После того, как урожай собран, его необходимо сохранить. На этом компьютере за несколько минут исследуют качество зерна. В этом году зерно влажное. Такой урожай может попросту сгнить на складе. Задача сейчас какая, в общем-то, везде в хозяйствах, если площади элеваторные не позволяют где-то что-то, в принципе, находить возможности, потому что зерно надо сохранять. И в этом случае сушить, подсушивать его. Сейчас область особенно нуждается в фуражном зерне, уверены специалисты.